Мікрорайон, що змінився до невпізнання, де стало жити комфортно та безпечно. Таким, кажуть його мешканці, став ХТЗ. І це результат поетапної і комплексної роботи. Команди, що починала з Геннадієм Кернесом, а зараз продовжує з виконуючим обов'язки мера Ігорем Тереховим. Дуже багато він зробив для району нашого і для ХТЗ взагалі, в общем. Він построїв багато скверів, обустроїв, багато газонів цвітних поставив, багато лавочок поставив. Фонтанов много. Фонтан на Индустриальном проспекте. Фонтан возле ДК ХТЗ. Зеленый гай, фонтаны. Красивые лавочки поставил. Широкие проспекты усовершенствовал. Во дворах делает очень многое. Ну, продолжает деятельность Кернеса, будем так говорить. Мне все нравится. Харьков процветает. Развитие не останавливается, а продолжается все больше и больше. Это радует. Куда бы мы ни пошли, в каком районе, все настолько все ярко, красочно, все делается настолько со вкусом, действительно по-европейски. Ну, радует очень. Спасибо большое. Объездив много стран, много городов, я с уверенностью могу сказать, что Харьков самый лучший. Еще, наверное, в мои школьные года Харьков развивался при Геннадии Адольфовиче. И мне кажется, что Игорь Александрович – это тот человек, который продолжает это дело. Но, смотря на наш Харьков, ну, не знаю, другие города пусть где-то стоят в сторонке, потому что мы, правда, лучшие. То, как это развивается, я очень люблю ХТЗ, знаете, говорят, неблагополучно. Это самый лучший район. Все облагораживается, делаются детские площадки, фонтаны. Знаете, у нас такой мини-Париж, мини-Испания. В нашем городе есть все. С удовольствием, когда хочется возвращаться, развивается город, развиваемся мы. И хочу, чтобы это дело просто продолжалось. Такі відгуки у жителів двору по Франтішика Крала-27, що в Індустріальному районі. Сюди на зустріч з людьми завітав виконуючий обов'язки Харківського міського голови Ігор Терехов. Він разом з фахівцями профільних міських КП провів виїзну нараду, на якій вислухав пропозиції містян щодо покращення умов проживання. Питання були, вони комунальні, як і у мешканців новобудов по вулиці Миру 57. Тут люди питали щодо можливості відкриття додаткових дитячих садочків. Та ще були питання щодо благоустрою. Ігор Олександрович, я думаю, продовжує уверенно те, що почав Геннадій Адольфович, і з великим успіхом йому це вдається. Дуже з великим, тому що благоустройство району, парк і прилягаючі території з такими темпами все робиться, і неожиданно все дуже добре. Просто ніхто не очікував таких результатів, положительних, я маю в виду. Геннадій Адольфович, він багато зробив для міста, але Ігор Олександрович не менше, навіть, мабуть, преуспіває в чому-то. Это очевидно, это видно, это не я замечаю, это люди видят. Хочу большое сказать спасибо Игорю Александровичу Терехову, который продолжает великое дело Геннадия Адольфовича Кернеса. Город очень за это время преобразился. Например, Индустриальный район, здесь очень стало много парков, очень стало красиво. ДХК ХТЗ очень преобразился, сколько фонтанов, детских площадок очень много. Ну, это самый любимый мой город, который в котором я хочу і буду жити. Я щаслива жити в цьому місті Харкові, який найкращий в Україні. Комунальні питання є у кожному місті, кажуть мешканці двору по вулиці Роганській, 11. Проте комплексно їх вирішують тільки у Харкові. І це факт, кажуть люди. Я хочу сказати благодарність за наш город Харків, за те, що все робиться, за наш район. Развивается, очень все прекрасно, все хорошо, мы очень всем довольны. С каждым днем все лучше и лучше становится. Какой парк сделали, какие аллейки, все, делаются ремонты в подъездах, в домах. Игорь Александрович продолжает дело Геннадия Адольфовича, и все у него получается, все идет хорошо, мы очень всем довольны. Вот эти вот несколько крайних лет, они меня воодушевляют, потому что, ну, является непреложным фактом то, что Харьков преображается, преображается, ну, объективно, очень мощно, очень энергично. Это факт. Это факт непреложный. Ну вот мы с вами сейчас у нас в районе ХТЗ, да? Некоторое время назад это было, ну, скажем так, пригород, рабочие окраины.
А теперь посмотрите, это уже выглядит центром цивилизации. Посмотрите, как у нас замечательно. Это не только у нас во дворе, это везде. Стоянки для автомобилей, дороги, детские площадки. Ну, скажите мне, пожалуйста, разве это не успех, разве это не заслуга той команды, которая в этих нелегких условиях, скажем так, мягко говоря, способна и делает вот такие вот вещи. То есть я поддерживаю эту команду, я желаю ей всяческих успехов, поскольку она несет позитив, несет добро и созидает. Понимаете? Поэтому я двумя руками за. Я считаю, что такую команду надо выбирать, такую команду надо поддерживать, такую команду надо, знаете, гордиться. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.